Трэшер играть? Забанил трэшер? Бам! Просто! Ну это 100% трэшер. Типа, как можно банить трэшер? Ну никак. Всем стал привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и это новенький выпуск чит-патруля. Давайте узнаем, кого сегодня будем банить, каких донатеров. Ну а для вас, ребят, как всегда, если вы хотите избавиться от донатеров, от тех, кто играет в Скупоре на рейтинге, давайте все дружненько поставим лайки и подпишемся на канал, это будет отличная мотивация, чтобы делать еще такие выпуски для вас. Ну а для тех, кто все-таки из вас увидел читера, сразу предупреждаю, либо сговорщика. А этот читер, либо сговорщик должен быть с донатом, пожалуйста, ребят. Просто обычных ботов мне не присылайте. Вы записываете видео. Если это сговор, обязательно показывайте, что это рейтинг. Если не покажете, то я не могу его забанить. Окей, все это сделали, отлично. Потом это видео загружайте в YouTube. И присылайте мне его на эту вот почту. Ссылочку с Ютуба на почту. Мне не нужно грузить видео прямо на почту. Нет, ссылку с Ютуба. Все, вы все сделали. Теперь погнали ролик смотреть. Смотрите, кто там наказан будет. Итак, у нас первый чел Лайкер. Лайкер чел с Pain Gaming. Еще тогда существовал Pain Gaming. Я, кстати, у меня тут полугодовые аккаунты у меня тут собрались, ребят, полугодовые. Старенький рюкзачок, который древний, с рейтинга уже редкий. Есть скар, есть костюмчик костяной, нормально, сойдет. То есть, в принципе, есть. Еще на аккаунте у него там мока есть какие-то еще ребятки, голову сразу попадает. Ну и, кстати, я у него еще заметил пантеру есть. Так что, в принципе, на аккаунте хоть что-то есть. Ладно. А в голову попал сразу, окей, погнали, посмотрим, будет ли еще у него киллы. Или что, он наверх хочет залезть, что ли? А, все, ладно, ясно. Все ясно, ребят. Ну, типичный, ну, что это такое? Ну, я уже устал вот от этих челиков, которые поднимаются вот, небо. Ну, вот, что вот это такое? Вот чел такой наготове, здорово, салам алейкум. Там пацаны апуют рейтинг на башне, отлично, им минусуют их всех. Ну, ребят, тут, в принципе, вопросов нет. Кстати, классный костюм у чувака вообще, вот этот вот, который мертвый, офигенный. Вот, вопросов нет, челик в бане, будет забанен. Если он еще не в бане, проверьте его айтишник обязательно. Ну, а чувак потерял аккаунт, это 100%. Перейдем, ребят, к следующему чуваку, погнали. Итак, друзья, погнали далее. Далее у нас это вот такая вот особа. Это Имбере. Я не знаю, что это такое. Можете мне объяснить кто-нибудь. Вижу сразу у нее пантерка. Есть причем золотая колдовая с эффектами. Окей. А айтишник, вы ее видите? Видите, айтишничек. А что-то она сидит. Тут 11 кило уже есть. Тут ей кидают репорты. А что я вижу у нее на аккаунте? Есть рюкзак, инкубатор. Есть верхний, это, по-моему, это был пропуск, насколько я знаю, вот эти вот уши, которые светятся, да? Вот, и какой-то стандартненький костюмчик, в общем, что-то есть, что-то нет. Ну, в общем, донат на аккаунте есть, так что, типа, окей. Погнали, посмотрим, что у нее происходит. 11 кило было, кого-то тут она убила. Давайте посмотрим, как она убивает. Что же тут не так? Почему же мне отправили на нее репорт? Сразу в голову попадает, окей, еще раз в голову попадает, окей, просто, ну, типа, ну, это, ну, все хорошо. Играет, кстати, она против сквадов, вот, это особо, вот, ну и что, будет еще киллы? Кого-то там выцеливает, походу там кто-то есть, но я лишь никого не вижу. Если вы видите, ребят, я лишь не вижу. Где? Кто? Кто-то за горой явно есть. Явно есть кто-то за горой, но она такая, типа, сейчас все будет. Кстати, там убивает, там все нормально. Ну, хедики в голову, оттяжка, хаджи, там, типа, конфигурейшн перфекта, все на месте. О, кстати, дрон сейчас палит как раз-таки чувака, который там находится. Я не знаю, вам показалось или нет, давайте я вам вот правее сделаю. Айдишник уже не виден будет. Вот, он там пролетает, смотрите. И показывает впереди чувака. Давайте посмотрим, убьет ли она его. Оп, хоп, сразу в голову. Nice.
Ну, ребят, такого не может быть, если вы, конечно... Да нет, ну, ребят, ну, ладно, давайте еще посмотрим, будут ли еще киллы. Еще киллы есть. Кого она там стреляет? Кого-то она явно сейчас выстрелила, только я не понял кого. Угу. Сейчас зона будет сужаться, и она кого-то убьет 100%. И кого же? Мне прям интересно, в голову ли она убьет или нет? Да. Оттяжка у нее настроена хорошо. Есть ли у нее еще какие-то темы? Это как она? Она телепортировала, что ли? Что? Подожди. Чего? Еще раз. Она лежит здесь. Это не остановилось. Запись. Она просто появляется здесь. Опять же гребаный телепорт. Бесите. Бесите со своими телепортами. Бесите. В общем, отправляем бан. Айдишник. Видит? Видит. Передаем привет, если еще не забанена. Но а так она будет забанена 100%. Погнали дальше. Итак, чит хакскер. Хакер. Я сразу вижу же костюм вампира. Ну 17 людей. Помните, когда... Ребят, чуваки там разговаривали? Я... Какая неожиданность, кто бы мог подумать, я тоже в шоке. Когда тут были, я сказал, читер хаски. По-моему, он у меня уже попадался, это читер хаски. Но, я что вижу? Вампирский костюм есть? Есть. Пропуск этот с крутящимся рюкзаком есть? Есть. Так что у него, в принципе, все отлично по аккаунту. Хочу посмотреть, как он попадает в голову. В принципе, неплохо попадает в голову, мне нравится. Окей, погнали. А, там 21 килл он сделал. Ема-то, да все окей, я сейчас еще. Давайте тогда просто вот этот момент и все, я больше не буду дальше смотреть. Давайте смотрим. Пам-пам-пам. Окей. Чит хацкер, можешь мне, пожалуйста, скинуть настройки на iPhone, пожалуйста, либо на Red Magic 5G, я тоже так хочу попадать, я же. Минус 4 чувака, просто всех в голову расстрелял, нормально, вообще, нормально, сойдет, окей. Нет, ну, мне тут нечего сказать, ребят. Если вам есть что сказать, то вы говорите. Безумно можно быть первым. Цитата великих людей. А, еще и шлем, короче, с рейтинга. Короче, все ясно. Парень идет в бан, 100%. Погнали к следующему. Итак, следующий чувачок. У нас тут Абу, Абу бандит. Абу. Короче, что у него тут есть? Вверх я вижу с командира, команда, красный командир. Вижу, конечно же, вора. И нормально, в голову сразу попадает, все окей. Ну, типа, это, ну, скилл, что-то такого. Что ты гонишь, Ваня? Что ты опять гонишь? Что ты начинаешь? Опять там голову попадал. Ну, неплохо. Ну, блин, может, это тяжечка. Чё, все, блин, он видел, как трэшер играет. Скорее всего, он тоже как трэшер играет. Ну, вот видишь, опять же голову попал. Ну, типа... Ну, все нормально, все хорошо, Вань. Все, успокойся, подыши носика. Вот так вот. Кого-то он там видит. Кого же он там видит? Я даже не знаю. Через кроны деревьев, ребят. Как вам через кроны деревьев простреливать? Давайте посмотрим еще раз. Он тут такой, кого-то видит, значит. Окей. Через кроны деревьев давайте-ка постреляем. Да, давай. Опа, еще. В голову, давай. Давай, красава. Еще будут киллы в голову? Хочу еще киллы в голову. Кого-то там видит. О, нифига себе, вы видели? Смотрите, в этого стреляет и такой ту-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 ту. Нормально, 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 сойдет. Все хорошо, Вань, все хорошо. 11 кило у него есть. Рейтинг он выиграл, 13 кило у него даже есть. Давайте больше скажу. Ну, короче, чел красава. Айтишники его видите. Донатик у него есть на аккаунте, поэтому передаем ему обязательно привет. А мы идем к следующему читаку. Погнали, ребят. Итак, погнали к следующему чувачку, читачку. В общем, время, когда было время пострелять между нами, пальба, попадаем там что-то там. Короче, у нас тут трэшер играет, забанил трэшера. Значит, все, трэшер, мне надо на прививку поставить, трэшера баню, это может даже начало. В общем, трэшера банит, смотрите, как будем сейчас банить трэшера. Чел, короче, значит, такой спускается, трэшер спускается, значит, увидел там чувака, он, видите, летит, все, труп. Убивает сразу же, вот там вот у чихи, короче, оппонента убивает, смотрите, пам-пам, все, минус второго, смотрите, как сразу же, моментально, он троих убил, смотрите, троих сразу убивает трэшер, всех в голову, ну, играет трэшер, все нормально, ребят,
3 килла сделал, все нормально. Трэшер просто заточил, вопросов нема. И еще давайте убьем, давайте. Вот это 100% Трэшер играет, ну, типа вопросов не должно быть. Сейчас еще спустится, то он слева убьет, 100%. Давай, смотри. Хоп, голову, давай. Ну давай, давай, конечно. Даже в тело не попадает, чисто в голову. Чисто в голову, все. Какое тело может быть, если играет Трэшер на аккаунте? Ну, это стандарт. Ну, вообще, что у него на аккаунте еще я вижу? Я вижу у него М14 скин. А, еще в голову. О, нифига, блин, вы видите, как у него прицел там скачет такой. Фум-фум-фум-фум. Вижу выдру. Вижу штаны джазовые. Вижу. Вверх, драконий пропуск, по-моему, вот это вот, с леточкой. Бандана откуда-то, по-моему, тоже с этого пропуска. А кеды ангельские, насколько я понимаю, либо могу ошибаться, либо это вообще бутсы. Вот, а, то есть на аккаунте донатики есть, в принципе, неплохо. 7 килов у него есть, давайте еще посмотрим, как он там убивает, там он тоже в голову. Еще тут кого-то убивает, пипец, он мне кажется, всю карту убивает, ну как Трэшер. А, в принципе, ничего нового. Где он сделал сразу там несколько килов, мне интересно. Есть ли у него момент, где он вообще там кучу килов взял? Мне прям интересно вот увидеть. Так, достаю сразу ВМ-ку и сходу, давай. Бам! Просто, ну это 100% треща. Треща 100%, все. Вопросов нема. Ну, значит, наверное, не банит, да. Наверное, нельзя банить такого чувака. Ну, типа, как можно банить Трэшера? Ну, никак. Все. Никак. Просто всем голову дает, все. Пока, до свидания, Вань. Что? Это скилл. Кто согласен, что это скилл, пишите комментарии. Но, в принципе, на этом моменте я... Мои полномочия тут все. Ну, тут реально все. Да? Вот на этом моменте, в принципе, мои полномочия 100% все. Потому что он идет к чуваку. Ну-ка. Да, тут мои полномочия все. Ребят, всем спасибо за просмотр. Присылайте мне новых читеров. Трэшеру привет. Спасибо, всем удачи, всем пока. С вас лайки.